Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Вчера я обещала показать в теплице сорт «Желтый слон», какой он натуральную величину, какой он вырастает осенью. Те, кто хотели взять, например, «Желтый колокол» или еще какой-то, можете также заменить его вот на «Желтый слон». Смотрите, какие большие перчины. Они длинные, необычные длинные формы, хоботовидные. Кончики обязательно загнутые в какую-нибудь сторону. Очень большое растение. Вот видите ствол? Вот мой мизинец. Ствол толще мизинца, он вырастает как дерево. И он не просто вырастает как дерево, все это дерево увешано плодами. Но вот спелые я уже сняла, я вчера показывала. Но тут еще очень-очень много, уже в конце осени, и то он весь улеплен плодами. Вы видите, он какие-то зеленые, какие-то спеют, какие-то еще только образуются на протяжении всего этого ствола. Перцы, перцы, перцы. Вот мой рост, 1,65 м. Он идет еще выше. Если бы лето продолжалось, он бы еще рос и рос. Тут вот у него и цветы, и плоды. Видите, маленькие завязи, большие. Буквально все это дерево двухметровое увешано плодами. Очень большой выход. Я вот собираю его прям ведрами. Это сорт «Желтый слон». Сейчас, правда, уже прохладно. Видите, они уже вот как запотели, ночью охлаждаются. Но все равно он будет спеть до самой-самой осени, до снегов. Очень продуктивный, очень урожайный сорт. Так что если нынче не все сорта вызрели, но вот «Желтый слон» вызрел хорошо, можете заказывать, брать его на замену вместо других желтоплодных перцев. Вот такой будет перчик у вас. «Желтый слон». Очень хороший, очень сладкий. Все, я вам показала, какой он. Вы видели фотографию. Теперь вот видите, какой... Я его не могу отойти во всю длину показать, потому что он очень высокий. Ну, хочу сказать, что некоторые спрашивают, он так должен быть или он вытянулся? Он всегда выше других. Хотя другие перцы у меня тоже большие, но они вот такой высоты. Вот, ну, как обычные, 80-70 сантиметров. А он по сравнению с ними вот такой вот. И весь-весь в перчинах. Все, вот это был краткий-краткий видеообзор, как выглядит желтый слон сейчас осенью, сегодня 15 сентября. Он уже обобран.